Я полагаю, это ты там внизу? Да, это я. Лично. Хорошо. Делай, что делаешь. Ты их здорово отвлекаешь. Я спряталась за мусорным баком. Паршивцы уходят с перрона. Это мой шанс спасти Брилентина. Ты его видишь? Нет. Но сигнал СОС идет из поезда у перрона. Господи, ты хочешь сказать, что он превратился в поезд? Я иду. Подожди, я уже почти у перрона. Не делай глупостей. Это моя работа. Что делает Ким? Она сказала, что осмотрит поезд. И больше от нее ничего не слышно. Померла, наверное. Что? Думаю, есть шанс, что она жива. Но мне нужно добраться до перрона, чтобы проверить это. Тогда беги туда, скорей! Затащите ее в поезд, только осторожно! Она нужна ему живой! Брилентина здесь нет, это... Ловушка! Ускорители? Они поставили на поезд ускорители? И что нового? Да ничего особенного. Брилентина здесь нет. Ким заперта в поезде с шайкой пандусов. А я скольжу за ними по рельсам и прыгаю через бомбы, которые они швыряют. Ладно, так держать. Нельзя допустить, чтобы поезд исчез из виду. Эти ускорители выглядят ненадежными. Пара пуль в брюхо, и можно любоваться фейерверком. Нужно целиться в ускорители. Это притормозит поезд. Обалдеть! Пока, уроды! Один готов, еще два. Ух ты! Рядом с нашей базой только что приземлился вагон. Правильно. Это наверняка твоих рук дело. Правильно. Полагаю, Ким в другом вагоне? Вообще-то я не знаю. Лучше сходи и осмотри обломки. Господи! От меня так просто не уйдешь. Брилентин в мусоровозе, но они не знали, где. В мусоровозе? Вся система вывоза мусора автоматизирована. Грузовики оснащены передатчиками GPS. Если ты вернешься на базу, я попробую как-нибудь вычислить его. Хорошо, возвращаюсь. Стоп. Как связаться с Сэмом, если ни у кого из нас нет телефона? Технология. Технология? Давайте не будем все усложнять поиском дырок в игровом сюжете, ладно? Ладно. Я вернусь на базу и исчезну как фея, когда ты встанешь у руля. Идиот. Обычное дело.